Имеем следующую ошибку. Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует MCV-CR120-CLRO400DLL. Попробуйте переустановить программу. У меня на канале есть видео, которое решает подобные проблемы на 100%, но эта проблема немножечко отличается от тех. Здесь вы можете наблюдать префик CLRO400. И такая ошибка решается другим путем. Сейчас мы рассмотрим, каким. Вся проблема заключается в пакете Net Framework от Microsoft. Заходим в панель управления. И обычно это случается от криво установленного Net Framework. Но в общем, в любом случае, заходим в панель управления, удаление программ. Находим здесь Microsoft Net Framework. Я свой уже удалил. Вот так это будет выглядеть. Microsoft Net Framework. Удаляем версию, которая идет после 4. То есть, в принципе, можно удалить их все, если у вас их несколько. Но до 4. Здесь же расскажу, как удалить Net Framework, который является скрытым и установлен по умолчанию. То есть это Net Framework 3.5 или 4.7. Его в панели управления, например, Windows 10, не видно. Допустим, зайдем мы в удаление программ, и здесь мы обнаружим, что его просто нет. Отсюда мы его не удалим. Для этого заходим на сайт, он официальный, блог Microsoft, оставлю ссылочку в описании. Качаем приложение для удаления Net Framework, и затем сможем удалить его. Приложение скачано, запускаем его. Выбираем, какую версию хотим удалить. И нажимаем Clean Up Now. После удаления можно смело устанавливать новый Net Framework. Далее. Заходим в интернет. Переходим на сайт Microsoft, ссылочку я оставлю в описании, и качаем последнюю версию Net Framework, в данном случае 4.7.1, и устанавливаем ее. Пошла загрузка. Вот и все. Таким образом мы решим данную проблему.